Приветствую вас. Давайте я сначала вам расскажу о своих впечатлениях от текста. А потом мы с вами его разберем более подробно. Значит, во-первых, то, что мне показалось, это то, что вы хотите излишне стать взрослой, зрелой, именно вот эмоционально, психологически, вы хотите перестроить свое мышление, вы хотите как бы осознавать, вы хотите понимать лучше, вот. По сути, вы хотите подчинить свои эмоции, да? Своему разуму. То есть, говоря грубо, рационализировать свои чувства. Вот. Понимаете, какая штука? Если вы испытываете потребность в любви, ну, чтобы вас любили, например, то эту потребность нужно удовлетворять. Она никуда не денется. Она никуда не исчезнет. Но ее нужно удовлетворять правильно. Понимаете, вы не можете принять того, что родители вас не любили потому, что в любви-то вы нуждаетесь до сих пор. Это первое. И второе, что других-то людей, других-то детей родители любили, по вашему мнению, а вас нет. А родители-то, по вашему мнению, наверное, должны любить. Знаете, вот это вот, как мне видится, связь того, что, значит, они родители, и то, что они должны вас любить, да? Это самое главное. То есть вы хотите, ничего не меняя в своей потребностной сфере, да, ну, на данный момент, вы хотите, чтобы вы не грустили из-за того, что родители вас не любят. Так не получится. Потребность в любви есть у каждого. И я, конечно, не знаю, как вы там сказали, что вот перестали их винить, да, значит, переделать их тоже не хотите, да, то есть вы их приняли, по сути. Больше от них ничего не требуете. Но чувства, желания-то остались. Понимаете, какая штука. Вы производите впечатление довольно оптимистичного человека, да, это чувствуется, энергичного человека, усердного человека. И именно поэтому я вам и хочу донести то, что сильная боль, которую вы испытываете, это симптом, это проявление. Проявление именно того, в чем вы нуждаетесь.
Можно сколько угодно понимать, принимать, да, родителей своих. Но если вы голодны, и вы оказываетесь у стола, наполненного едой, вы хотите есть. У вас происходит что? Ну, слюноотделение, соответственно, желудок выделяется. Вы испытываете повышенную потребность в том, чтобы поесть. Когда вы оказываетесь с родителями, которые, по идее, должны вас любить, да, вы тоже испытываете похожее чувство. То есть, ну вот я рядом с родителями, они должны меня любить, а они высказывают мне презрение. Как бы. И боль. Потому что любви хочется, это нормально. Родители не дают. Обид уже нет. Да? Обид. То есть ожиданий нет у вас. Вы не ждете ничего от родителей. Но желание осталось. Его нужно реализовывать. Как реализовывать? Ну смотрите. Я вам об этом скажу чуть позже. Когда мы поговорим про семью, про то, что вы хотите семью. Пока вот так. Идем дальше. Значит, вы пишете. Ага, история такая, что с психологами я уже работала, причем хорошими, много уже решено и наладилось, прогресс отличный. Здорово, я очень за вас рад, если вы работали с психологами, а почему вы, ну, с ними же вот этот вот вопрос, эту проблему свою не проработаете, то есть что мешает, что не получается, как бы, в чем препятствие. Мне 29 лет, а девушка пока не замужем. Ну вот вы знаете, когда человек так начинает свой рассказ о себе с возраста, сразу бросается в глаза то, что возраст для такого человека, ну, наверное, имеет значение. Наверное. Именно возраст имеет значение для вас. То есть что, либо вы боитесь чего-то, либо вы опасаетесь вот того, что именно до определенного возраста не успеете чего-то сделать, чего-то достичь, что-то еще реализовать. То есть возраст вас волнует сильно. Ну, по крайней мере, я не знаю, насколько это сильно, но волнует. Обычно женщины в этом возрасте, ну вот в возрасте значит, около 30 лет, они начинают испытывать довольно сильную потребность в том, чтобы выйти замуж, потому что боятся, что ну, не смогут выйти, а потом уже будут никому не нужны. Вот. Ну, вполне возможно, что у вас такая же проблема. Вот. То есть, именно если мы говорим о женском поведении, то
модель женского поведения, но определенно нуждаются в корректировке, особенно с учетом того, что родители к вам относились, ну, не самым лучшим образом. Трудность моя в том, пишите вы, что я не могу принять тот факт, что меня не любили родители. Ну вот, смотрите. Это работа с вашими убеждениями. Да? То есть, когда вы говорите, что я не могу принять тот факт, что меня не любили родители, вы психологизируете то, что чувствуете. На мой взгляд. Что это значит? Вы вместо того, чтобы обратить внимание на то, почему меня это волнует, ну вас, почему вас это волнует, почему вас это беспокоит, допустим, да, то есть, ну, почему вы не можете принять этот факт, знаете, как, по факту, что мешает. То есть принять это все, вот это вот принять, это здорово, но что мешает? Конкретно, что мешает? Что не дает? На эмоциональном уровне, я об этом уже говорил, потребность в любви не дает. Ну, скорее всего, именно потребность в любви. Она у вас есть, она у вас, вы в ней нуждаетесь, в этой потребности, в любви. Вот. И естественно, пока потребность в любви есть, естественно, ни о каком, значит, принятии чего-либо, кого-либо, речь не идет вообще. Вы не сможете этого сделать. Нету средств, нету возможности для этого. Знаете, вот, когда, ну вот, допустим, женщина там, да, вот, терпит там своего мужа, например, который там, ну, выпивает, да, вот, ей говорят, уходи от него. А куда она пойдет-то? У нее вообще есть средства для того, чтобы уйти? Она бы и рада, а куда? Поэтому говорить о том, чтобы вы приняли, вот как бы, ну, на данный момент, чтобы вы приняли то, что родители вас не любили, без удовлетворения потребности в этой самой любви, вряд ли имеет смысл. Потому что даже если вы все, как бы, ну, даже если вы примете, то все равно грусть будет. Потому что грусть – это эмоция. Эмоция – это сигнал. Сигнал о том, что есть потребность. То есть, если мне грустно, если мне больно, если мне, как-то не по себе, да, то это означает, что нужно в моей жизни что-то поменять. Нужно в моей жизни что-то сменить. Нужно в моей жизни что-то исправить, что-то сделать. Понимаете? Именно мне и именно в моей жизни. И тогда эмоции не будут, не будет эмоций. Вот. То есть будут, но уже не такие. Будут, но уже больше ассоциативные. Будут, но уже больше по привычкам. Будут, но уже больше это будет в виде следа, эмоционального следа будет. То есть не сама эмоция по себе, а ее след. И я не знаю, может быть, то, что вы описываете, это и есть эмоциональный след. Ну, потому что,
как бы тут нужно разбираться, да? Может быть, вы уже давным-давно приняли то, что родители вас не любят, в действительности не любили. Но воспринимаете это как эмоции. А может быть и нет, может быть это действительно эмоция. И продиктована она именно тем, что вам нужно, что требуется подкорректировать. Вот. Это как бы один аспект. И второй аспект, это более рациональный. Вот если вы говорите, что не можете принять, да, не можете принять тот факт, что родители вас не любили, да, то возникает вопрос тогда. Что мешает, то есть что не дает? Вот вы говорите сердцем, я этого сделать не могу. Вы говорите только про боль. Вы говорите только про эмоции. Или вы говорите про, ну, некий, так, некий понятийный аппарат, скажем так. Вот. Это важно. Потому что, ну, необходимо, чтобы вы обязательно об этом, ну, как бы об этом подумали. Если это чистые эмоции, то про эмоции я уже сказал, что нужно делать. И что такое эмоции. Да? Как бы вы сейчас действуете именно по какой схеме? Что мои эмоции, мои переживания, да, связаны с родителями. На самом деле не с родителями, а только с вами. С вами. Вот. А понятийный аппарат связан с вашими убеждениями, с вашими взглядами и так далее. Важно ли это? Да, важно. Очень важно. Если это действительно есть, если есть вот у вас, ну, вот этот понятийный аппарат, который мешает вам принять тот факт, что родители вас могут не любить. Ну, что-то мешает, в общем. Вот. То вот в этом случае можно будет работать уже с убеждениями. То есть мало просто сказать, что я не могу пока принять тот факт. То есть что-то мешает, что именно нужно разбираться. Раньше я сердилась на них, обижалась на них, за это. И, конечно же, много лет эту любовь пыталась заслужить. Пока не знала, что это невозможно. Наивное было время. Ну вот, смотрите, вы заслуживали любовь, да, заслуживали любовь к себе. Зачем? Чтобы что? Вы заслуживали любовь, чтобы что? Зачем она вам? Для чего любовь-то нужна? Ну, именно вот вам. Знаете, какая вещь? Понятно, что каждый нуждается в любви. Это понятно, что такая потребность у человека. Это понятно. Вы пытались заслужить любовь, да, сами. Но даже если бы вы ее заслужили, вы бы все равно постоянно нуждались бы в ней, в любви. Правильно? То есть вам бы постоянно требовалась бы подпитка снова и снова. Постоянно нужно было бы подтверждение того, что вас любят. Почему? Потому что
на мой взгляд, это логично и элементарно. Внутри себя самой у вас нет, ну, принятия себя. Ну, я не знаю, может быть, сейчас и есть, я говорю о том, что вот, ну, как бы, что происходит пока, на данный момент. Я не знаю, может быть, есть у вас принять уже себя. Вот. Понимаете, да? Нет принятия себя. Раз себя не принимаю, а не принимаю себя почему? Потому что родители относились негативно ко мне, да? И отношение родителей ко мне, оно, значит, выработало у меня мое же восприятие. То есть, если мне говорят, что я там плохая, например, то я, соответственно, что? Хочу быть хорошей. Вот. То есть, если мне, как бы, постоянно дают оценку, то я пытаюсь на, как бы, эту оценку постоянно обращать внимание. Я пытаюсь на эту оценку как бы постоянно ориентироваться в своем поведении на оценку других. И тем самым ставлю себя в зависимость от этих самых других людей. А раз я зависима, значит, несчастлива. А раз я несчастлива, значит, я постоянно нуждаюсь. И у меня негативные эмоции. Вот. И мне очень интересно, вы, когда говорите, что сейчас не сердитесь на них, это у вас просто рационализация? Или вы какие-то свои потребности все-таки удовлетворить смогли сами, ну, самостоятельно? Вот. Знаете, очень интересный момент, на мой взгляд, это. Значит, сейчас я на таком этапе осознала, что переделать их невозможно, да и не нужно. Надобности этой уже не испытываю. То есть вы не испытываете надобности переделать своих родителей. Хорошо. Эмоциональный как бы накал, эмоциональный фон немножечко спал, да, сейчас. Можно говорить о том, что вы более здраво мыслите теперь. Вот. Как бы от родителей, да, ничего не требуете на данный момент. Но все равно, как бы, испытываете негативные чувства. Все равно испытываете неприятные ощущения, все равно испытываете боль. Вот. Значит, я имею право быть такой, какая есть. Нет перед ними больше чувства вины, долго стала чувствовать себя увереннее, решительнее, больше слышу свои желания, и критика в моей голове почти затихла, пишите вы. Ну, то есть, в принципе, все здорово. Вот. То есть, это как бы результат вашей работы с психологом. Хорошо. Значит, на мой взгляд, здесь самое главное, это то, что вы говорите о надобности поменять родителей, уже не испытываете. Все остальное – это рационализация у вас. Надобности не испытываете поменять. А в чем надобность испытываете тогда? Так. Живу отдельно в 19 лет, но порой накатывает по поводу нашего прошлого печаль, когда вижу с ними. А почему печаль? Вы сразу там дальше начинаете говорить о другом немножко. А почему печаль? Ностальгия, ассоциативный, так скажем, ряд у вас. Вы эту печаль, как бы,
обсуждали с психологами, работали с, ну, именно вот, как бы, линейными цепочками ваших чувств. То есть печаль, почему, в чем, как бы, когда первый раз это испытали, что заставило вас почувствовать вот, ну, первый раз это ощущение, с чем оно было связано, там, и так далее. А чего хотели вы, как вы поступили тогда, а как могли бы поступить, что там по факту происходило в тот момент. Ну вот, сейчас с высоты, так сказать, своего возраста вы можете это все проанализировать, да? А как я поступаю сейчас в подобных ситуациях, когда нахожусь в таком положении, ну, примерно в таком положении, вот. То есть, на мой взгляд, нужно вот, значит, нужно, чтобы вы работали с чувствами здесь. Так, значит, еще испытываю, значит, вечер, когда вижу с ними, еще испытываю сильную боль от того, что всю жизнь думала, что их отношения — это нормально. Что это я заслушила этого, и что я столько всего позволяла им по отношению к себе. Сильная боль, что всю жизнь думала, что их отношения — это нормально. Но вообще-то их отношения — это нормально. Я вот вас удивлю, но их отношения к вам — это нормально. Потому что они относятся к вам так, как могут. То есть я не буду говорить, да, что они любили вас. Могут, может быть, и не любили. Я не буду говорить, что, значит, они любили так, как могли. Не буду этого говорить. Потому что люди могут любить, а могут и не любить. И в вашем случае родители могли вас не любить. Но не возникло у них к вам чувств. И это нормально. Для них это нормально. Для ребенка нет. Потому что, ну, ребенок нуждается в любви, во-первых. Во-вторых, он хочет, как бы он видит, что других-то детей любят родители. А его-то, получается, не любят, да? И он чувствует себя не таким. Как другие, чувствуют себя хуже. Опять же, родители говорят, да, что вот как бы, ну, что ты плохая, что ты там ничего не сможешь, у тебя ничего не получится и так далее. Вот. И все это, как бы, ребенку создает впечатление о себе. Знаете, там еще много разных процессов есть, но тем не менее. Тем не менее. То есть тут нужно для начала просто отграничить. Да? Отграничить. Где реакция родителя и его ответственность. А где моя реакция и где моя ответственность. Как бы. Вот. Значит, вы говорите, что это я заслужила этого, и что я столько всего позволяла им по отношению к себе. Понимаете, какая штука? Вам обидно, что вы позволяли себе, как бы, впускать их в пределы своих личных границ. Потому что думали, что заслужили такое отношение к себе. Вам обидно. Но смотрите на это с такой стороны, что это уже случилось. Могли ли вы поступить раньше, тогда по-другому? Нет, не могли. Могли вы поступить иначе? Не могли. Был у вас выбор?
Выбора не было. Сейчас вы почему обижаетесь на себя? Почему вам обидно? Потому что знаете, что по-другому поступить можно было. Но вы знаете об этом сейчас. Тогда не знали. Это иллюзия выбора, парадокс выбора. Когда человек в ситуации, он у него ограниченный набор выборов, и он делает тот выбор, который наиболее актуален для него в тот момент. А когда он выходит из ситуации, то есть когда происходят последствия выбора, приходит результат выбора, человек понимает, что можно было поступить иначе, но уже ничего не изменить. А сознание, оно более инертно. И оно пытается новые знания о ситуации применить на такое состояние, когда ты еще в ситуации. То есть вы физиологически из ситуации уже вышли, а психологически вы еще в ней. И новые знания, которые у вас, вы пытаетесь применить к этой ситуации, чтобы скорректировать свой выбор. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом именно о иллюзии выбора в той или иной ситуации. Вот. Подумайте, как человек поступает, когда он оказывается перед выбором, что он думает в этот момент. И что он думает, когда он уже этот выбор совершает? Яркий пример вам ставки. Вот. Элементарная вещь – ставки. Когда люди делают ставки, они ставят на что? Или на кого? Они ставят на того, кто, по их мнению, да, наиболее успешный, наиболее способен победить. Ну или наоборот. Они ставят там на того, кто меньше шансов победит. Вот. Когда, наконец, игра происходит, и выявляется победитель, что происходит с теми, кто ошибся? Они начинают злиться, они злятся. Потому что у них были ожидания, что они окажутся правы. Чем это ожидание продиктовано? Выбором, расчетом, да, мыслями, логической цепочкой и так далее. А что происходит? Происходит по-другому. Происходит, что они ошиблись. И они думают, вот как я мог, надо было поставить на там, другого, да? Надо было поступить иначе. Надо было, но не поступили. Потому что человек всегда делает только один выбор в одной ситуации. И все. Нет иллюзии выбора. Нельзя поступить по-другому. Понимаете? Невозможно было. Как для вас невозможно было не позволять родителям по отношению к себе чего-то в тот момент. Так для вас невозможно сейчас позволять им чего-то в данный момент, в данный момент. И это опыт, это выбор. Вот вы совершаете выбор, вы получаете результат, вы делаете выводы, корректируете свое поведение, и такого больше не происходит. Это единственное, что вы можете сделать по отношению к своему развитию. Из разряда унижений, обвинений, криков, руганий, обесценивания моих достижений и помощи, манипуляций, оскорблений, обзывательств и рукоприкладств. Вы уже на родителей не обижайтесь.
как бы вы сказали, да. Но я все же заострю на этом внимание и замечу, какие люди так себя ведут. Вот какие люди. Опять же, говоря нашим языком, да, которые сделали выбор. То есть я сделал выбор, что вы, ну вот, обвиненная, обвиняемая, унижаемая, значит, абсолютно, значит, не имеющая ценности, да, значит, дочь, которую можно бить. И все. Я решил, что вы такая. Я такое место отвел вам в своей жизни, в своем психологическом поле. И все. Что бы вы ни делали, вы будете для меня такой. Не потому, что вы такая, потому что я выбор сделал, что вы такая. И я не могу поменять выбор. Потому что если я поменяю выбор, то есть если я скажу, что нет, вот вы, да, вы хорошая, я должен буду свои взгляды поменять. А взрослому человеку, ну, взрослому, это невозможно. Это тяжело. Очень. Там, тем, кому там, ну, я не знаю, уже, ну, плюс 20, да, больше 20. Для этого работа нужна. А зачем? Зачем менять свои взгляды? Зачем выводить себя из зоны комфорта? Для чего? Когда можно просто продолжать линию поведения. И продолжая ее, убеждать себя, что ты прав. Что я прав. Вот. Понимаете? Да, я знаю, ситуация классическая для многих семей, только, к сожалению, от этого не становится легче. Но это правильно, это логично. Не становится легче, да. Поскольку я поняла, я была ребенком незапланированным, вот они не могут простить, что им пришлось меня растить. Забавно. То есть ребенок незапланированный. И как бы, знаете, я, наверное, сейчас смеяться буду. Но то, что ребенок незапланированный. Окей. А аборт кто мешал сделать? Как бы кто мешал отдать вас, например, в детский дом, в приют, как это делать? Кто бросит вас просто мешал? Если вы не нужны. Знаете, какая штука? Так делают родители, многие родители, которым не нужен ребенок. И это нормально. Вот это нормально. Ну, нормальное поведение. Как бы. Для родителя. В этом случае. А у вас что получилось? Что родители выбрали вас растить, выбрали вас содержать, выбрали тратить на вас время и обвиняют вас. Это неправда. Они хотели, чтобы вы были. Но они хотели, они подумали как? Раз ребенок не запланированный, пусть он там будет, ну, для нас служкой. То есть пусть служит нам, пусть он удовлетворяет все наши потребности. Пусть он будет нашим слугой, грубо говоря, раз он не запланирован. Ведь мы его как бы по минимуму поднимем, мы ему по минимуму всего дадим. И он будет нам благодарен, мы его, в общем, там принизим, опустим ниже плинтуса, да, и как бы все. И он будет для нас делать то, что нужно. Нам.
а мы будем шоколадом. Вот. Поэтому это манипуляция. Это вот классическая манипуляция. Может быть, они даже сами в это верят. Но еще раз, они сделали выбор. И они ответственность за свой выбор не несут. Элементарно. Вы просили, чтобы вас содержали и растили? Вы просили, как бы, вас рожать? Нет. Значит, это их выбор. И либо они за свой выбор не отвечают вообще, и тогда это люди просто несерьезные. Но это вряд ли. Скорее всего, они просто решили вот так делать. Многие родители так делают. И они ребенку внушают, что он виноват в том, что им пришлось его растить, для того, чтобы у ребенка было чувство вины, и чтобы он для них все делал всю жизнь. И такие дети есть. Дети-слуги, как их называют. До сих пор припоминаю, какая я трудная, потому что им столько всего пришлось пережить из-за меня. Хотя я хулиганкой не была, училась хорошо, творчеству. Ну, знаете, то, что вы не были хулиганкой, то, что вы учились хорошо, помощь по дому, творчеству. Я не знаю, зачем вы это пишете. То есть, как будто оправдываетесь. Вот. Почему вы не были хулиганкой? Почему учились хорошо? Чтобы что? Чтобы родителям доказать, что вы не такая, какой они вас представляют. Или чтобы самой чего-то добиться. Вот. Вот вопрос. Для чего это все? Это вот правильное поведение. Для чего оно? Что за ним стоит? Что скрывается за ним? Какие желания? Вот. Так, ну, далее вы пишете, что знаю позицию, они любили так, как могли, их недолюбили, они повторяли модель любви своих родителей. Много раз обдумывала, пыталась опознать, поверить в то, что они правда любили. Но вот именно это происходило в стенах нашего дома, видя по сей день их взгляд, слыша обвинения, если это любовь, то это жесть. Нет, это не любовь. Это не любовь. Это именно вот использование. Попытка использовать своего ребенка, это первое. И второе, это непереносимость того, что ребенок стал самостоятельным. То есть вот сейчас они по факту правы для себя. То есть они вас вкладывали, чтобы вы бы жили для них, а вы для них жить не хотите. Вы живете для себя. Отсюда их негодование. Еще больше негодование. Я постепенно прихожу к тому, чтобы свести общение с ними к минимуму, так как для самооценки это опасное общение. Это было бы ошибкой. Потому что подобное общение нужно вам для того, чтобы стимулировать себя, для того, чтобы проверять себя, для того, чтобы напоминать себе о том, кто вы, какая вы, чтобы держать себя в тонусе, чтобы вас не хвалили только, чтобы были еще те, кто вот относится к вам так, чтобы вы как бы проверяли устойчивость представления о себе. А то, что говорите вы, это просто избегание. Я убегу, и все. И как бы проблем не будет. Будут проблемы все равно. В любом случае будут проблемы. Вот. Значит, хочу не только головой, но и сердцем принять тот факт, что они меня не любили. Знаю, это инфантильная позиция, хочу это решить.
что-то оставить в прошлом и не чувствовать по этому поводу боль. Ну, помимо того, что я вам сказал, да, помимо того, что я вам уже сказал по поводу боли, по поводу желания и так далее, да, вот. Надо сказать, что сердцем, то есть чувствами, это происходит несколько медленнее, гораздо медленнее. Потому что мало удовлетворить свое желание. Нужно еще и понять, что как бы ассоциации есть, и вы испытываете ассоциативный ряд, когда видите родителей, и боль будет. Просто она будет затухать, если вы будете удовлетворены, если вы будете самодостаточной личностью. Сами. Для себя. Сами по себе. И все. На пути принятия будут проблемы, будут препятствия, будут трудности. Это нормально. Просто здесь нужен кто-то, кто бы вас поддерживал. И еще раз. Чувства слепы. Чувства слепы, и если вы удовлетворите свои желания, то и чувства будут другие. Но они слепы еще и потому, еще и так проявляется их слепота, что они все равно будут по памяти, по привычке. Они будут. И пройдет время, которое обязательно проводить именно вместе с родителями. Прежде чем этого вас не будет. Я не буду вас как бы обманывать. Вот. Несколько лет. Может быть полгода. Минимум полгода. Минимум. Если вот активно работать вам самой, то минимум полгода. Далее, значит, я хочу семью и детей. Для чего? Зачем вам семья и дети? Подумайте. Зачем вам семья и дети? Чтобы что? Скорее всего, чтобы получить любовь ту самую. А? Как можно хотеть семью и детей, не имея мужчину? Что означает, что вы хотите семью? Что вы создаете образ этой семьи и этих детей? Идеализируете этот образ? Вот. И как бы стремитесь подогнать под этот образ людей, своего мужчину, своих детей, если они будут, вы будете пригонять под этот образ. Почему? Как происходит создание образа? Как происходит идеализация? Идеализация – это желание. Я чего-то хочу, я вижу способ это получить вот так, в семье и детях. А почему семья должна вам это давать? Почему дети должны вам это давать? Ну, то, что вот вы хотите получить. На каком основании-то вообще? Понимаете? Это вам нужно будет отдавать. А вы, получается, как бы ждете чего-то, ожидаете чего-то, а семья вам этого не даст. И тогда возникает вопрос. Как бы что делать, да? Вот я хочу семью. Ну, во-первых, для чего? Скорее всего, чтобы любили. Вам нужна любовь. Вы испытываете потребность в любви. Вот, соответственно, начинаете именно с этого. Я хочу, чтобы меня любили. Что я могу сделать для того, чтобы я чувствовал себя любимой
защищенной, полноценной и значимой уже здесь и сейчас. Вот, подумайте. С этого нужно начинать. Не из семьи, не с того, чтобы детей. Понимаете? Вот. Не с этого. Детей нужно рожать тогда, когда вы чувствуете, что готовы отдавать. Вы не готовы отдавать. Вы хотите получать. Вы не готовы отдавать. Пока вы хотите получать, ни о каких детях речи быть не может. В идеале даже с отношениями стоит подождать. Немножко. Пока. Вот так. Я боюсь повторить родительский сценарий. То, что ребенок-то не запланированный, да? Или какой сценарий? Или сценарий, что ребенок должен быть прислугой? Так правильно? Правильно. Ваши родители не были готовы к ребенку. Я не знаю, один вы ребенок или нет у них. Они не готовы были. Они не хотели. Они не готовы были отдавать. Они его родили. И вот что получилось. Вы не готовы отдавать. Вы хотите на детей. Да, сейчас вы повторяете родительский сценарий. Не нужно. Пока. Детей. Правильно? Вот. Ну, так же плохо. А, вот вы тут говорите, как было нам с сестрой. То есть есть еще сестра. Понимаете, так же плохо вашим детям не будет, может быть, потому что, ну, вы с психологами работали, то есть там уже не будет плохо, но вам будет тяжело, потому что вы не готовы еще. Отношения уже были длительные, почти приводили к семье. Я начинала становиться своей мамой по классике жанра. Ну, правильно. Потому что вы нуждаетесь в этом вот во всем. Вы нуждаетесь в семье, вы нуждаетесь в том, чтобы от людей требовать что-то, да? Ну, все верно. Во-первых, личные границы. Это первое. Правило. Ваши. Ценность ваша. Безопасность. Собственная значимость. Ну, чувство значимости. Принятие своих чувств. Принятие чувств других. Позволение себе чувствовать. Позволение чувствовать другим. Знаете? И только потом вы уже сможете, только после этого вы уже сможете что-то отдавать. Знаете, какая штука? В общем, с тех пор я побаиваюсь, не уверена, но уверена, что сумею перестроить свои мышления. Ну, если мы говорим именно о мышлении, то мы работаем с рациональным. Это убеждения, это какие-то такие вот установки, которые родители вам дали и так далее. Но я вижу, что как бы здесь у вас играет чувство. То есть вы сами еще не взрослые. Вы сами еще из детского состояния не вышли. Вы подросток. Вот по своему внутреннему состоянию вы подросток. Так же, как и ваши родители. Они подростки. Они не взрослые. И как может подросток воспитать ребенка? Вот он и будет его воспитывать так. Он и будет его обвинять, он и будет его там что-то еще там делать и так далее. Понимаете? Это подросток. Такой
знаете, как мой ребенок, родитель, как бы, ну, это подросток, нужно вырасти сперва. Сперва нужно вырасти, стать полноценной личностью, а потом уже брать на себя ответственность за других людей, понимаете? Вот. Так, далее, значит, так, ну далее вы пишете про консультации, про то, что работу вы готовы вести. И далее вы желаете доброго вечера. Не очень понятно, почему доброго вечера, ибо по Москве было 2 часа, да, когда вы. А даже час 15, когда вы задали вопрос свой, из этого я делаю вывод, что у вас часовой пояс, ну, довольно отличается от центрального региона, поэтому обязательно это учитывайте при выборе своего специалиста, чтобы, ну, желательно, чтобы время совпадало, или чтобы вам было удобно, ну, то есть, вам обоим было удобно. Так, значит, я взрослый человек, хочу полностью взять на себя ответственность за свою жизнь. В настоящем есть то, что я часто чувствую грусть и хочу изменить свое отношение к истории с родителями. Но вы не взрослый человек. Отношение к истории с родителями изменить можно только через те моменты, которые я сказал. Грусть. Грусть — это нормально. Грусть — это человеческое чувство. Грусть — это зрелость. Не злость, не гнев, не раздражение, а именно грусть. Это нормально чувство. Грустить нормально, грустить нужно. Грустить — это некий такой, знаете, регресс. Это регрессное состояние, когда человек отдыхает, расслабляется, как бы. Пробовал разные способы простить, так я перестал, но пока не вышло принять сам факт того, что они не любили. Грусть все равно осталась. И, наверное, от того, что я принимаю это на свой счет, раз не любили, или раз вели себя со мной, так, значит, я была плохой дочерью. Ну, понимаете, как? Надеюсь, мой ответ вам немножечко помог понять эти вещи. Вот. И также не очень понятно лично для меня, вот, что мешает принять факт того, что они не любили. Чувства, мысли, убеждения. Что? Если убеждения, то когнитивная терапия вам поможет. Если, ну, тут в любом случае когнитивная терапия. А если, значит, чувства, то, соответственно, это работа с желаниями, работа с потребностями. Да? Если обвинение, то, соответственно, это уже как бы транзактный анализ и самооценка. То есть как вы действительно себя оцениваете сами. То есть вы видите связь между тем, как они к вам относились, да, и с собой. То есть они относились плохо, я плохая. А почему вы чувствуете себя плохой? Потому что вы не получаете того, что вам нужно. Да? Не получаете любви. Ну, как бы от родителей. Любви не получаете. Раз я не получаю любви, значит, я недостойна любви. Так вы думаете, наверное. Вот.
Раз я не получаю любви, значит, я недостойна любви. А если я ее получу, но другими путями, другим способом, то я и как раз перестану чувствовать себя плохой. И тогда не будет связи. Но грусть, она будет. Потому что грустить – это нормально. Еще раз повторяю. Грусть – это регресс. Регрессировать, ага, как бы можно себе позволять. В этом нет ничего плохого. Но также грусть, она бывает разная. Грусть может быть признаком фрустрации, то есть того, что вы фрустрируете именно из-за того, что не можете получить то, чего хотите. И тогда нужно опять же работать с потребностной сферой. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на ваш. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.